Всех приветствую. Продолжаем путешествие по скандинавским сагам. Сигурд. Сигурд, Зигфрид, Победа. В скандинаво-германской мифологии и эпосе герой. Сын Сигмунда и Сиглинд. Воспитанник колдуна-кузнеца Регина, брата дракона Фафнира. Стерегущий проклятый золотой клад карлика Андвари. Именно Регин выковал герою меч Грам, которым Сигурд рассек его на ковале. Кузнец подстрекал юношу убить дракона, поскольку сам стремился завладеть сокровищами, роковым богатством, приносящим несчастье его обладателю. Сигурд одолел дракона, но когда кровь Фафнира попала Сигурду на язык, он стал понимать язык птиц и узнал о замысле кузнеца умертвить его. Убив своего приемного отца и похитив клад Фафнира, герой попал на вершину холма Хиндерфяль, где покоилась окруженная огненными щитами валькирия Брунхильд, усыпленная Одином за то, что даровала победу в битве не тому, кому предназначал Бог. Пробудив валькирию, Сигурд получил от нее мудрые советы и обручился с ней, но проклятие карлика-цверга Андвари по-прежнему продолжало приносить несчастье обладателям роковых сокровищ. И, встретившись с ведьмой Гримхильд, Сигурд поддался ее чарам. Ведьма Гримхильд дала Сигурду напиток забвения, и Сигурд, позабыв о своей невесте, женился на дочери колдуньи красавицы Гудрун. Когда память вернулась к нему, сердце героя наполнилось страданием, стыдом и печалью. Тем временем к Брунхильд посватался брат Гудрун, король бургундов Гуннар. Но валькирия дала клятву выйти замуж лишь за того, кто преодолеет окружающий ее огонь, а подобное было под силу только Сигурду. Сигурд согласился помочь Гуннару. На время брачного испытания герой поменялся с Гуннаром обличьем и прошел сквозь огонь вместо него. Брунхильд была вынуждена выйти замуж за Гуннара. Но впоследствии, когда обман раскрылся, разгневанная Брунхильд потребовала от мужа убить Сигурда. Наущенный женой, желавший восстановить свою честь, а также желая завладеть магическим кольцом силы, Гуннар и его брат Хёгни смертельно ранили Сигурда на охоте. На смертном ложе, умирая, Сигурд призвал к себе любимую Брунхильд. Не в силах вынести угрызение совести, Брунхильд покончила с собой, чтобы хоть в могиле быть рядом с любимым. Вот такая скандинавская сага о Сигурде. Пока-пока, до свидания.